Да будем говорить воистину воскрес. Но сейчас пост идет, и не Пасха еще, а Рождественский пост. Сегодня день святого Николая Чудотворца. Да. Дедушка, а ты откуда? С кухни. Не, город какой? Да к ним в город. Вы спрашиваете, где я нахожусь, откуда? Это из пункта А в пункт Б. Это в третьем классе изучают. Вы вопрос неправильно поставили. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Не трудно, я тебе правильно все поставил, а? Откуда? Так откуда? Откуда и откуда? Ты должен выйти. Откуда? От чего-то. А я не откуда, я с кухни зашел. Я живу в город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович, 83 года. Сибирь. Город в данный момент Грозный, а мама у меня с Омска. Поселок Итерьма, Крутинский район. Вот Томск у нас рядом, соседи наши. Да. Папа у меня Новосибирск. Вот так мы свидетельствуем. Я тоже, получается, сибиряк. Да, я вот беседовал, как беседую с людьми, мне задают любые вопросы. А к собеседнику к вам у меня только один вопрос будет. Есть ли у вас скайп? Скайп? Скайп. Ну, как бы, логин и пароль у меня есть, но я им вот не пользуюсь. Вы запишите, если скайпа нету, его за 5 минут устанавливают. И зарядите 2 слова. Игнатий Лапкин. Это я. Если вы на меня выйдете, у меня самые большие ресурсы на весь интернет. Я все отдаю даром. И там можем встречаться каждый день. Типа, нихуя нет. Зарядите. Игнатий, Игнатий Лапкин. А вы сейчас зарядите Википедия Игнатий Лапкин. Вы узнаете, кто я. Моя биография одна на весь интернет такая. Вон, товарищу, попроси, чтобы он зарядил. Да я сам все сделаю. Давай. И сразу посчитаешь, кто я, почему меня туда занесли. Википедия Игнатий Лапкин. У вас очень офигенная хата. Так, ну считай, что там написано. Прям сверху. Родился и потом... Нет, я еще не заходил. Сделайте. Наберите. Википедия. Сначала... Сейчас читает. Давай, считай, что написано. Чего? Я не слышу. Еще он считает там? Да. Ну, он сказал, что вы очень хороший человек, церковный, православный, праведник и так далее. Нет, там-то праведник не написано. Вы не прочитайте вначале. Первое слово какое? Первое слово. Игнатий. Ну, Игнатий это имя, а там написано, я родился, и вторая строчка, с чем я занимаюсь, почему меня туда занесли? Я родился, первое слово. Я родился и следующее. Православный русский миссионер, проповедник. И дальше? Церковный писатель, поэт. Вот. Правильно все, да? Вот, правильно, конечно. Там 44 документа внизу сфотографировано, подтверждающие эти слова. Он. Вы потом досмотрите. Но если... Слушайте, если вы заряете в скайпе, Игнатий Лапкин, дадите на меня звонок, я вам все отдаю, что у меня есть. У меня 3 канала в Ютубе. Только на одном канале у меня 23 тысячи роликов своих. 81 миллион просмотров. Мне моя прабабушка, которая из Омска, из Крутинки, она была церковная целительница. Церковная хористка? Пела? Как? Что она делала? Пела? Нет. Это поселок Крутинка.
Церковная целительница. Это у нас это под вопросом. Да, да, да. Иначе она будет отлученная, как волшебница. Да, да. Ну и церковь разрешила детей крестить. Она была целительница. Ну ладно, это не такое. Так, я прошу, теперь давайте. Мы сейчас расстаемся по скайпу. Она принимала и так далее. Вы можете за...